сейчас у нас перерыв, кофе-брейк, и мы пили чай в столовой, вышли прогуляться во внутренний дворик. Здесь сегодня никого. Вода пока еще холодная. Я в рубашке с коротким рукавом. Ну так прохладно, приятно прохладно. Вот здесь мы будем валяться через пару недель, когда станет жара. Написано, что используется очищенная вода. Вот, мы сидим на такой прекрасной креслице. Мы уже готовимся купаться, но еще... Да, они морально готовятся купаться ежедневно. Через неделю, вот будет видео, и будем уже купаться. Да, через неделю, надеюсь, запишем видео, как мы плаваем в бассейне, как мы туда прыгаем прямо из столовой. Вот за этими окнами столовая наша. Я не знаю, для чего этот маленький бассейн. Виталий, как ты думаешь, для чего этот бассейн? Вот, когда у меня будут дети, мы сюда обязательно придем купаться. Это для детей маленьких.